привет! С вами Степные Волки. И на данный момент мы находимся на одной площадке, где собрано прям десятки сказочных персонажей. Давайте мы вместе с вами их попробуем посмотреть и угадать, от чего они вообще. О, инопланетянин. Вот такой вот забавный. А, ну это знаменитая Маша и Медведь. Да, есть такой персонаж. О, это у нас Змей Горыныч. Вот такой огромный, большой Змей Горыныч. И если сравнивать его со мной, то я просто мелкий. Вот. Вот череп какого-то животного. Я бы на самом деле хотел, чтобы такие собачки были, чтобы всякие не ходили в магазин с ними, а оставляли на улице. Вот так вы себя будете чувствовать, когда вас съедят. Вот, но не бойтесь, даже если вас съели, у вас есть два выхода. Во, какой огромный пес. Реально, я даже под ним пройти могу. Свирепый, свирепый. Мощный. Что у нас тут еще? О, хищник. Это вот мамонт с мамонтенком. До мамы не дотянусь, а вот до маленького дотянусь. Хорошенький. Это у нас кто? Это хищник. Вот такой вот злой, выше человеческого роста. Мощненько, мощненько. Это вот дама на скорпионе едет. Такие у нее огромные клешни. Скорпион. Большой, большой. Топор у ней тоже. Щит. В латах, в доспехах. Прям реально амазонка. О, призрачный гонщик. Призрачный гонщик. Колесо у него такое горит. Так что подписчики, давайте помогайте. Пингвин. Тоже с человеческий рост. Маленький пингвиненочек. Большой пингвин. Ну и, конечно, классика. Чебурашка и крокодил Гена на гармошке играет. У прохожих на виду. Вроде этого. О, это тоже любимая сказка детей. Колобок. Лиса. Ты, кстати, колобок очень похож на мячик. Ну и, конечно, ха! Пол! Из фильма «Секретные материальчики». Зачок такой у него. Так что, если что, знаете, мы с Полом друзья и были вместе. Вот. Так, ну ладненько.
На этом все. Всем счастливо. Увидимся в следующих видео. Обнимаю.